изначально строился как комплекс, а первый в Киеве. Так и был запланирован. В этом году уже сдается сам последний. А кто застройщик? Интергал был. Все дома отдавались вовремя, все дома теплые, качественные, рабочие руки. Для жизни непосредственно в Киеве на левом берегу, на мой взгляд, это самое лучшее место. Как на всей этой территории. Светильники однозначно, вот если рассматривать даже концепцию, там, новый владелец может поменять, но светильники, они вот дают такую романтику. Я уже сказала, что...